Если у человека нет других глазных заболеваний, то потеря зрения вследствие катаракты является обратимой. То есть после хирургической замены мутного хрусталика на прозрачный искусственный хрусталик зрение полностью восстанавливается. Однако, если катаракта осложняется развитием вторичной глаукомы, то повышение внутриглазного давления приводит к атрофии зрительного нерва и к необратимой потере зрения. Своевременное проведение операции по замене хрусталика позволяет избавиться от осложнений и вернуть пациенту хорошее зрение.